пошел. Лучше на черном рынке мозги себе купи. Да я ж пошутил. Ты чего обиделся, Вадик? Жаль, мой план не сработал, но я обязан найти деньги, купить антидот и вылечить Андрея. Он столько раз спасал меня, теперь моя очередь. Пришлось долго размышлять над новой идеей, и наконец-то я придумал. Алло. Очкастый, вот скажи, у тебя совсем кукушка поехала? Ты зачем квартиру продал? Андрей, ты главное не нервничай. Мне срочно нужны деньги. Я куплю противоядие, оно вылечит тебя, и ты не превратишься в зомби. Чего? Ты обкурился? Андрей, я все знаю, ты заражен опасным вирусом. От меня ничего не утаишь. Дурак, какой вирус? У меня обычная простуда. Как простуда? Ты деньги за квартиру еще не потратил? Нет, не переживай. Стоп. А где сумка с деньгами? Андрей, я перезвоню. Коля? Коля! Походу просрал бабки. Вот это настоящий папандос. Так, ну идите поискать эту сумку. Это была суббота, а это был я, уставший, но счастливый. Сегодня я занимался спортом, а если быть точнее, бегал. Ну есть еще точнее, убегал от собаки. Мой брат Коля тоже решил устроить пробежку, но в игре. Если честно, это уже начинало раздражать. Он целыми днями задротит приставку. Иногда для разнообразия играет в компьютер. Даже во время важного процесса брат зависает в телефоне. На улице лето, а Коля просто его просирает. Раньше мы каждый день пинали мяч во дворе, рыбачили, катались на велосипедах. Было круто. Решил вспомнить былые времена и предложил брату сыграть футбол. О, я не против. Запускай фифашку. Коля, в настоящий футбол. Ты что, прикалываешься? Хочешь, чтобы меня снова переломали, как в прошлый раз? Ну, давай тогда порыбачим. Уже один раз порыбачили. Ты что, забыл, как крючком мое ухо оторвали, потом еле пришили? Да, жуткое зрелище было. А что насчет велосипедов? Да что ты пристал? Хочешь, катайся. У меня тут важная миссия, не трогай меня. Ну, как знаешь. Я разозлился на Колю, уговаривать его мне не хотелось, поэтому решил, что покатаюсь один. Чёрт! Блин! Стоп! Андрей прав, скоро каникулы закончатся, а вспомнить будет нечего! Андрей, подожди меня! Я приехал на дачу, пересел с тачки на велосипед и отправился в путь, когда я еще не знал, что меня ждет впереди. Вот не пруха, так не пруха, без меня уехал, детеныш! Но ничего, догоним его. Поездка на велосипеде подняла мне настроение. Я старался не думать о Коле, отбросил все свои мысли и просто ехал туда, глаза глядя. В итоге доехал до леса. Что-то внутри меня подсказывало, что надо разворачиваться и возвращаться домой. Но я не послушал свое чутье и тем самым совершил огромную ошибку, о которой вскоре пожалел. Вначале все было спокойно, свежий воздух, птицы. Но вдруг колесо за что-то зацепилось, и я упал. Что за чертовщина? Я осмотрел место аварии и заметил леску. Это что, ловушка? Только об этом подумал, как из-за деревьев вышел маньяк. Я не испугался, я ведь смелый парень. И тут маньяк достал топор. Как говорит очкастый, я не трус, но я боюсь. Поэтому решил давать дёру. Этот маньяк был очень медленный, поэтому я без проблем смог убежать от него. Но радоваться было рано, я попался еще в одну ловушку. А! Как же больно! Давай! Посмотри все остальные... I wanna play with someone!
Looks like it's sweeping time! Gotta sweep, sweep, sweep! No drinking drinks in the halls. My attention for you. When will you learn? No escaping detention in the hall. Detention for you. You should know better. No escaping detention in the halls. Detention for you. When will you learn? No escaping detention in the hall. Detention for you. You should know. Хочу как никак... ее и положил в свой рюкзак. Затем джойстики и все игры. Я стоял с открытым ртом и не мог понять, в чем дело. Думаю, в твоей голове образовалось слишком много вопросов. Ага. Ответы на все вопросы тебе даст Андрей. Пока, Коля. Андрей! А! Охренеть! Очкасы, ты когда успел так сильно растолстеть? Сейчас не об этом. Лучше расскажи, почему Вадик забрал нашу приставку? Вот же черт. Сколько ты весишь? Об этом поговорим позже. Коля, это важно. Но... 110. 110? Но ты меня и подставил. Привет, Андрей. Ты пропустил самое интересное. Завтра твой брат будет весить больше 100. Чего? Ты не выспался, Вадик? Я серьезно? Не веришь? Нет, не верю. Коляныч обжору, но не настолько. А давай поспорим. Ну представь. Ну давай. Вот если завтра Коля будет весить больше 100 килограммов, то я не твою представлю. А если нет, себе новенький PlayStation 5. По рукам. Ау, больно, ты. Дурак, ты что наделал? Я дурак. No escaping detention in the halls. Detention for you. When will you learn? I am coming, ready or not, here I come.
Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, 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 sweep. No school faculty. Gotta sweep, sweep, sweep. I am coming right here I come. Will you now for you. When will you learn? No escaping detention in the halls. I wanna play with no more! 15 seconds. Detention for you. No escaping detention in the halls. Detention for you. You. You should know better. No escaping detention in the halls. Detention for you. When will you learn? Give me some. It's mine now. Gotta sweep, sweep, sweep!